Так, ну что, продолжим. Сейчас я выезжаю, поеду по городу. Если кто попадется в футболке, тот получит от меня приз. Поехали. Нашел, похож. Я к тебе. А? Че выбираешь, рюкзак или часы? Часы, конечно. Пойдем. О, а вы это, для... Конечно. Мама, я в Ютубе. Так, ну вот еще один победитель. Да. Забирает часы. Вот такие вот классненькие часики. Наконец-то. У меня часики появились. Давно часы хотел. Я Данила Алексеевич, если что. Данил Алексеевич. Сегодня очень удачный день. Опять я долго по городу не ездил. Сразу в одном из дворов попался мне паренек, который был в футболке. Ну, естественно, выбрал он часы и подарил я ему еще и кепку. Рюкзак остается, значит, на следующий раз. Время еще немного есть. Сейчас еще проеду по городу. Если увижу кого-то еще в футболке, значит, подарю оставшийся рюкзак. Ладно, оставим рюкзак на следующий раз, потому что будет еще какой-то подарок. О следующем конкурсе я сообщу тоже за 5 минут до выезда.